Здравствуйте, вы смотрите новости ТВК, в студии Виктория Столярова, и прямо сейчас о главных событиях дня. Обязательную вакцинацию все-таки ввели в Красноярском крае. Принудительную прививку будут ставить отдельным категориям граждан. Однако список довольно внушительный. Кого ждет обязательный укол, расскажем через минуту. Никто ничего не сделает здесь. Если мы сами не скинемся, собственники жилья, то никто ничего не сделает. 7 миллиардов рублей выделили власти на красноярские дороги. Июль подходит к концу, ремонт магистралей в самом разгаре. Поможет ли внушительная сумма решить вечную российскую проблему? Компания «Милка» боится за свою землю из-за изменений генплана Красноярска. Комбинат под угрозой сноса. Подробности через 10 минут. Дохни! Я тебя зарежу! Ты дохнешь, козел! До 2 лет тюрьмы грозит буйному водителю на «Субару». Нетрезвый шофер рассекал по газонам и сбил дорожного инспектора. Обязательную вакцинацию ввели в Красноярском крае. Прививать от коронавируса принудительно будут отдельные группы населения, но список довольно внушительный. Постановление издал краевой Роспотребнадзор, его уже подписал главный санитарный врач края. Так, согласно указу, в обязательном порядке прививку придется делать учителям и другим работникам сферы образования, медперсоналу, сотрудникам социальных служб, чиновникам, работникам МФЦ и сферы транспортных услуг, а также почтальонам. Кроме того, вакцину будут обязаны получить сотрудники банков, все, кто работает в торговле и общепите, гостиницах, салонах красоты, фитнес-клубах, бассейнах и аквапарках, в сфере бытовых услуг, включая химчистки и прачечные. Прививки обяжут делать и в культуре, и работникам театров, концертных залов, кинотеатров. На работу без прививок не пустят и вахтовиков. По решению Роспотребнадзора уже к 15 сентября охват прививками в этих сферах должен достичь 60%. Получается, необязательная вакцинация остается только для сотрудников СМИ и части индивидуальных предпринимателей. Обоснование для обязательной вакцинации в Красноярском крае стал рост заболеваемости ковидом у нас в регионе за последние 2 недели. Суточный показатель вырос почти в 1,5 раза. Красноярский край тем временем перешел порог 87 тысяч заболевших коронавирусом. По итогам последних суток Роспотребнадзор отчитался. 491 пациент получил положительные тесты. Больше всего в Красноярске за сутки плюс 108 человек. Это на 3 меньше, чем накануне. Однако не смогли справиться с инфекцией за последние 24 часа 20 жителей края. С учетом этих данных, общее число жертв пандемии в регионе сейчас составляет 4278. В то же время из больниц выписали 250 пациентов. Красноярский край остается на 8-м месте в рейтинге регионов страны по количеству выявленных случаев коронавируса. Что касается ситуации в стране в целом, то за сутки инфекцию выявили почти у 24 тысяч россиян. Выздоровели 22,5 тысячи, жертвами ковида стали 795 человек. Будут ли следить за Олимпиадой красноярцы? С таким вопросом мы сегодня вышли на улицы города, и вот какие ответы получили. Будете ли вы следить за Олимпиадой в Токио? Я следить не буду, но если появится на экране, я посмотрю. Но открытие, по крайней мере, наверное, было очень красивое. А сегодня будет? Сегодня? Ну, посмотрю обязательно. И закрытие тоже. А как вы считаете, нужно ли проводить такие масштабные спортивные мероприятия вот в период пандемии? Думаю, что нет. Почему? Ну, пандемия есть пандемия. Желательно не собираться такими большими компаниями. Да. Почему? Ну, потому что я спортсмен. Да нет. Некогда. Почему? Некогда. А вообще следите за спортивными событиями? Ну так, только новости читаю в основном. Все. А как считаете, нужно ли вообще проводить их в период пандемии вот? Да, я думаю, считаю, нет. Будете следить за Олимпиадой в Токио? Да, буду, конечно. Да, следите, да, за спортивными событиями? Ну, стараюсь. А как считаете, можно ли, нужно ли проводить такие масштабные спортивные события вот в период пандемии? Ну, я считаю, нужно. Почему? Ну, наверное, потому, чтобы уж совсем не зацикливаться на пандемии, а хоть как-то, как сказать, все равно дела совершать какие-то мирового значения. Будете ли вы следить за Олимпиадой в Токио? Нет. Почему? Не интересуемся. Нет. Почему? А там ничего интересного нет. Наших игнорируют, флаг не дают, так что... Возможно, может, если что-то будет интересное. А как считаете, нужно ли проводить вот такие масштабные спортивные события в период пандемии? Конечно. Почему? Людям же что-то нужно смотреть. По возможности, как будет получаться.
Ну, то есть вам интересно все равно, как будут проходить? Особенно жалко сейчас спортсменов. Вот в репортажах говорят, что приехала у него раз и ковид. Он так надеялся. Вот обидно, поэтому поддержать надо, конечно. Будете следить за Олимпиадой в Токио? Нет. Почему? Лето, дача, работа. Некогда? Некогда. Компания Danone, которая принадлежит молочный комбинат Milka, обратилась в Красноярский горсовет с просьбой начать депутатское расследование. Письмо они написали лично председателю городского парламента Наталье Фирюлиной. Предприятие боится, что потеряет свою территорию из-за изменений в генплане. Как сказано в документе по проекту, зону, где находится комбинат, хотят перевести из производственной в общественно-деловую и смешанную. То есть промышленное предприятие нужно будет убрать, строить. Там разрешают только жилые дома и общественно-деловые центры. Владельцы Milka подчеркивают, что со стороны мэрии уведомлений о выносе производства на другую территорию или его прекращении не поступало. Пока проект генплана отправили на доработку, но тем не менее собственники предприятия боятся, что его одобрят в таком виде. По их словам, в случае прекращения производства 1500 человек потеряют работу. Однако в департаменте градостроительства заверили, изменения завода не коснутся, на его территории установят производственную зону. Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%. Этот показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года. Сделано это, чтобы обезопасить экономику от инфляции, которая уже, по словам экспертов, пробила психологическую отметку в 6%. Ключевую ставку ранее поднимали в июне с 5 до 5,5%. Большинство специалистов полагают, что повышение ключевой ставки не сильно скажется на бизнесе или рядовом потребителе, однако банковские вклады могут стать немного выгоднее, а кредиты, наоборот, станут менее доступны. Ну и прямо сейчас мы прервемся на короткие анонсы рекламы. Телефон нашей редакции 200-0065. Оставайтесь с нами. Как в Красноярске проходит дорожный ремонт и помогут ли 7 миллиардов рублей сделать городские магистрали качественными? В Красноярске задержали буйного водителя, который накануне сбил инспектора ДПС. Подробности истории через 3 минуты. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-0065. Мы продолжаем выпуск. Самокатчик сбил красноярца на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке улиц 9 мая и Водопьянова. На кадрах видно, как водитель электросамоката виляет по дороге, а пострадавший перебегает магистраль на мигающий зеленый свет, при этом не смотрит по сторонам. Во время столкновения пешехода отбрасывает на полметра. Водитель и его пассажир сразу пытаются помочь упавшему человеку, и на этом видео обрывается. В комментариях в соцсетях мнения горожан разделились. Многие красноярцы уверены, что электросамокаты уже давно пора запретить в городе, ведь их водители часто лихачат и не соблюдают скоростной режим, что приводит к ДТП. Другие же обвинили пешехода в невнимательности. В пресс-службе ГИБДД новостям ТВК пояснили, что в полицию никто не обращался. По их словам, участники ДТП договорились между собой. А вот водителю, который сбил сотрудника ДПС на улице Шахтеров, назначили 14 суток административного ареста. Кроме того, на мужчину завели уголовное дело. ДТП произошло вечером 21 июля. 35-летний водитель автомобиля «Субару» врезался в «Ладу», который наряд ГИБДД остановил для проверки документов. Пострадали водитель «Лады» и 37-летний госавтоинспектор. Медики оказали им помощь на месте. Водителя иномарки задержали и доставили в отдел полиции. Там мужчина вел себя агрессивно, матерился и угрожал правоохранителям. Ты, дохни! Я тебя зарежу! Ты дохни, козел! Я все тебе сделал! Я все как у тебя закопал! Предположительно, красноярец был сильно пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Суд признал его виновным и поместил под стражу сроком на 2 недели. Кроме этого, правоохранители выяснили, что водителя уже лишали прав за нетрезвую езду в 2015 и 2020 годах. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
В этом году на ремонт и строительство дорог в крае выделили почти 7 миллиардов рублей. Часть городских магистралей уже отремонтировали, где-то работы подходят к концу. И если на главных транспортных артериях города периодически заделывают ямы и укладывают новый асфальт, то небольшие улицы в отдаленных районах зачастую остаются без внимания. Как обстоит ситуация с ремонтом дорог в Красноярске и когда новый асфальт появится не только на центральных улицах города, расскажет Игорь Шишкин. Нового асфальта на выезде из двора жители дома по адресу Ады Лебедевой, 49, ждали больше 10 лет. До ремонта здесь была то ли парковка, то ли тротуар, а прямо из стены рядом стоящего гаража росло дерево. Из-за разной высоты дороги посередине проезда после каждого дождя оставалась огромная лужа. Не помогла даже траншея для отведения воды, выкопанная местными умельцами. Таких же дворовых проездов в центральном районе в этом году отремонтируют еще 4. Там поменяют асфальт, обустроят тротуары и установят металлические ограждения. Если в центре дороги выезды из дворов все-таки ремонтируют, то про отдаленные районы городские власти, видимо, забыли. Мы сейчас находимся на улице Норильская, это район мясокомбината. И вот такая картина здесь не редкость. Как видите, качество асфальта оставляет желать лучшего. А около провалившегося колодца даже поставили вот такое импровизированное ограждение. Местные жители говорят, что уже не раз обращались в местную администрацию, но ремонта дороги так и не добились. Всегда тут давно такое, никто на нас вообще внимания не обращает. Но администрация Октябрьского района вообще нас внимания не обращает. Уже обращались, председатель дома конкретно обращался. Я думаю, что безрезультатно. Никто ничего не сделает здесь. Если мы сами не скинемся, собственники жилья, то никто ничего не сделает. Да я каждый день за рулем как бы сильно не замечаю, но здесь вообще плохо очень. Норильская строится, а у меня груза вон сколько, сами понимаете. Качество дороги отвратительное, что тут спрашивать? И по-другому ничего не ответишь. А почему не ремонтируют, как думаете? Застройщик экономит деньги, а администрация с него не спрашивает. На правом берегу ситуация с дорогами во дворах и на небольших улицах обстоит не лучше. Въезд во двор дома номер 13 на улице Северный проезд не ремонтировали уже много лет. Асфальт тут давно разрушился, а после дождя вода скапливается в ямах. Чтобы пройти к своему подъезду или автомобилю, приходится обходить дом. Нуждается в ремонте улица Астраханская. Недавно там установили пешеходные переходы, но новый асфальт почему-то не положили. Жалуются и на улицу Коломенскую. Там во дворах ситуация такая же. После дождя добраться до своего дома можно только по воде, скопившейся в ямах. В УДИП говорят, что и Коломенскую, и еще десяток улиц ямочный ремонт только ожидает. В Красноярске ведутся работы по восстановлению улично-дорожной сети. В первую очередь ремонтируются наиболее сложные участки. Только на этой неделе были завершены работы на улицах Волгоградская, Джамбульская, Измайлова, Красномосковская, Свободная. Сейчас дорожники работают на улице Толстого и улице Энергетиков. В ближайшее время ямочный ремонт будет проведен в переулке Каучуковой и на улице Коломенская. Продержится ли все это после зимы – вопрос риторический. Красноярские водители уже привыкли к круговороту средств. Летом деньги уходят на ремонт, а после зимы – на заплатки. Игорь Шишкин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Провалившимся колодцем в Уяре займется глава района. Об этой истории новости ТВК рассказывали на днях. Жители села Новопятницкое сообщили, что единственный источник питьевой воды провалился под землю, и теперь его хотят просто закопать. На кадрах видно, что земля вокруг сооружения обвалилась достаточно глубоко, а сама конструкция завалилась так, что не подступиться. Жители уже собирали подписи и обращались с заявлением в администрацию Новопятницкого сельсовета с просьбой не закапывать, а восстановить колодец. Однако ответа так и не получили. По словам депутата Госдумы Юрия Швыдкина, на место уже выехал глава Уярского района. Я потребовал главы Уярского района, глава Сергея Александровича, незамедлительно выехать на территорию. Речь идет о селе Новопятницкое Уярского района. С целью того, чтобы углубиться в проблему, собрать жителей и принять незамедлительные меры, которые отвечают их требованиям. В Октябрьском районе Красноярска украли около 10 баннеров с изображением кандидата в депутаты Алены Мироновой. Все произошло сегодня ночью. Баннеры висели на стендах и остановках на улицах Тотмина, Высотная, Калинина, Гаденко, Телевизорная. Уже подано заявление в полицию, злоумышленников разыскивают. Мне утром позвонил коллега, сказал, что у меня появился поклонник в Октябрьском районе, кто украл мой баннер. Мы сначала подумали, что это шутка, но когда мы поняли, что их украли 14, ну, я не привыкла к такому количеству поклонников. Понятно, что это кто-то, ну, из оппонентов, скорее всего. И вот
мне сразу вопрос. Ну, мы же с ним живем в одном городе. Ну, как можно заниматься такой ерундой? Ведь это уже второй инцидент. Сначала заборы, теперь баннер. Важно найти этих людей, потому что ведь это не заканчивается, это продолжается. И, скорее всего, эти люди связаны и с заборами, на которых моя фамилия. Ну, конечно, в первую очередь нам важно их найти для того, чтобы разобраться и, ну, привлечь их к ответственности. Политтехнологи говорят, что те, кто это сделал, обычно рассчитывают остаться неизвестными, однако многие баннеры Мироновой были расположены возле камер видеонаблюдения, поэтому найти злоумышленников будет проще. Кражи баннеров не было на моей памяти уже очень давно, последний раз более 10 лет назад, и то это было на Украине. То есть мы достаточно цивилизованная в этом вопросе в последние годы страна. У нас кандидаты понимают, что нам здесь всем жить, и что вести какие-то неправомерные действия совершать – это невыгодно. Ни для своего реноме, там, ни для имиджа и так далее. Ну, это очень странно. Но это с точки зрения политтехнологической непонятно, что несет. А с точки зрения закона – это банальное воровство, это кража, это довольно крупный ущерб, около 100 тысяч рублей. В Красноярском крае снизилась активность клещей, а проезд в электричке теперь можно оплатить по банковской карте. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярском крае снижается активность клещей. Укушенных за неделю стало меньше почти в полтора раза. С жалобами на присасывание клещей обратились 250 жителей края, 38 из них дети. В больнице с подозрением на клещевой энцефалит попали 8 человек. У одного он подтвердился, еще 6 заболели боррелиозом. С начала сезона, который открылся в апреле, в регионе официально зарегистрировано 13 тысяч случаев присасывания клещей. Жители края могут их сдать для исследования на инфекции в пункты приема Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Они работают и в выходные. Россияне рассказали, в каких городах хотели бы жить на пенсии. Исследование провел сервис Работа.ру. Большинство опрошенных выбрали Москву 16%, Санкт-Петербург 15%, а Сочи 12%. Также в топ-5 вошли Краснодар и Калининград. По мнению почти половины респондентов, преимущества Москвы и Петербурга – развитая инфраструктура, другие отметили высокий уровень социальных услуг. Сочи опрошенным нравится за хорошую экологию. В красноярских электричках появилась система бесконтактной оплаты проезда. Теперь оплачивать проезд можно банковской картой на всех маршрутах городской электрички Красноярска по направлениям Авинный Красноярск-Сады, Бугач-Красноярск-Северный и Енисей-Дивногорск. Картой могут рассчитаться и пассажиры пригородных поездов, которые садятся на дачных платформах и малых станциях Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области, где отсутствуют билетные кассы. Банковской картой можно оплатить билет как по полному, так и по льготному тарифу. Терминал для оплаты проезда должен находиться у разъездного билетного кассира. Работники бюджетных сфер из Идринского района скоро отметят новоселье. Новый дом для них сдали в эксплуатацию сегодня. Восьмиквартирный жилой дом в селе Идринское начали возводить в мае прошлого года на улице Широкая, а уже к июлю 2021 здание ввели в эксплуатацию. В новые квартиры на днях въедут медики районной больницы, прежде всего молодые специалисты. Это позволит закрыть потребность в жилье работников медицинского учреждения, говорит главный врач больницы. Ожидается приезд на территорию 3 специалистов, врачей-терапевтов, после окончания медицинского института. Также приедет врач-педиатр, также специалист первичного звена здравоохранения и приедет 2 фельдшера. Жилье распределено. Жилье для бюджетников села Идринское построено в рамках краевой госпрограммы улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан. Заказчиком выступил фонд жилищного строительства. На открытии сегодня присутствовал и депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Он лично контролировал стройку, несколько раз выезжал на объект. По словам Зубарева, пандемия коронавируса и экономические сложности не помешали сдать жилье людям в срок. Помимо того, что мы в Идре сейчас построим большую больницу, поликлинику, вложенные десятки, сотни миллионов рублей, нам нужны специалисты, это самое главное. Здание и оборудование – это хорошо, но нужны люди, которые сюда приедут. Такие решения, они позволят нам вернуть на землю специалистов. К слову, это уже второй дом, построенный для работников бюджетных сфер в Красноярском крае. Первый сдан в Большой Мурте в 2019 году. На очереди жилье в селах Хербейское, Дзержинское, Ермаковское, городе Ужур и Хатанга.
Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 202-065, мы продолжаем выпуск. Мощный смерч прошел у берегов Сочи. Вихрь образовался в море и медленно начал двигаться к берегу, но выйти на сушу не успел и пропал через несколько минут. Отдыхающие местные жители успели заснять воронку. Очевидцы говорят, что смерч был довольно мощным и сопровождался большими волнами. Как сообщают синоптики, чаще всего смерчи на Черноморском побережье появляются в августе и сентябре, но иногда их можно увидеть и в середине лета. Сейчас в курортном городе объявлено штормовое предупреждение. Там ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Возможен также резкий подъем уровня воды. А вот красноярцам, наоборот, обещают жаркие выходные. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Уже сегодня днем температура достигала 27 градусов тепла. Подул восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. На выходных он немного ослабнет, поэтому в субботу будет еще жарче. Столбики термометров покажут плюс 29. Ночи тоже будут теплыми, около плюс 16 градусов, но своего пика жара достигнет в воскресенье. Тогда синоптики обещают сразу 31 градус тепла. Такая же погода ждет нас и в понедельник. Специалисты советуют не находиться долго на солнце, чтобы избежать теплового удара, а также пить больше обычной воды. К слову, уже в ночь на вторник в Красноярск придет дождь, а к середине недели температура опустится до плюс 21. Что касается геомагнитной обстановки, то возмущения на Солнце можно заметить уже сегодня, правда, они незначительны. В течение следующих суток у метеочувствительных людей возможны скачки артериального давления, головокружение и слабость. Более сильные магнитные бури эксперты прогнозируют на 28 и 29 июля. Спасенную на севере края белую медведицу перевезут из московского зоопарка в Екатеринбург. О переезде рассказала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова. Медведица Хатанга поедет в Екатеринбург по программе размножения и сохранения популяции белого медведя, которую организует Союз российских зоопарков и аквариумов. Хатанга уже прошла карантин, сейчас зоосад уральской столицы реконструирует для нее вольер. Напомню, белого медвежонка зимой заметили на острове Большевик на севере края. Одинокий детеныш прибился к золотодобытчикам. Самостоятельно охотиться медведица не могла, поэтому шансов выжить в дикой природе у нее не было. Ее перевезли на реабилитацию в московский зоопарк. Тогда же маленькая белая медведица и получила имя Хатанга в честь Северной реки. В России хотят ужесточить требования для охотников. Что теперь придется делать любителям живности и лесов, смотрите в новом выпуске «Эко-новостей». Всем привет! Вы смотрите «Эко-новости» на ТВК. Ближайшие несколько минут о событиях в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Красноярский край – один из лидеров по чистоте мусорных площадок. У нас в регионе больше половины мест под мусор в опрятном состоянии. Такие данные приводит Народный фронт. Специалисты общественного движения составили рейтинг самых чистых территорий России на основе мониторинга контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Они также учитывали голоса местных жителей. И вот по итогам исследования наилучшая ситуация в Москве, Алтайском крае и Оренбургской области, худшая в Бурятии, Кирове и Костроме. Там у 22% площадок нет асфальта и информации об ответственной организации и графике вывоза отходов. Всего же, по данным экспертов, 43,5 тысяч мест по всей России оборудованы контейнерами. Тем не менее, специалисты-россияне называют ситуацию с чистотой у нас в стране тревожной. Только 46% площадок местные жители назвали удовлетворительными. Общественникам показали подробный план перестройки Красноярского алюминиевого завода. На встрече были и экологи, и активисты. Проект перестройки показывал директор департамента экологии «Русала». Я напомню, что впервые о глобальной перестройке стало известно во время Красноярского экономического форума. Тогда громкое заявление сделал генеральный директор «Русала». Он рассказал, что компания впервые перестроит 4 завода в Сибири. В Новокузнецке, Красноярске, Братске и Шелихове. Старые цеха уберут, а на их месте появятся новые, которые построят по технологии РА-550. В компании подчеркнули, объемы производства это не увеличит, все только ради улучшения экологической ситуации. Мы намерены этим заниматься всерьез.
причины этого мы тоже всерьез рассказываем. Это экономика, экология, и это все вместе. И нам нельзя останавливаться сейчас на месте. Если мы хотим сохранить современные рабочие места, их модернизировать, и при этом оставаться на мировом рынке, на высоком технологическом, в том числе, уровне. Поэтому такие цели мы перед собой поставили, и эти цели мы пытаемся добиться. Второй вопрос, насколько город это поддерживает, насколько это поддерживает общественность. Вот такие встречи нужны для того, чтобы и наши намерения разъяснить, и с другой стороны еще раз услышать, а какие опасения людей. Ну вот сегодня мы услышали, опасения многие высказывали, но мне показалось, что разговор закончился очень конструктивно. Перестройку оценивают в 1 миллиард 200 миллионов долларов, причем эти деньги компания намерена вложить без государственной помощи. Разрабатывать проектную документацию начнут уже в этом году, завершить перестройку планируют в 2028 году. В России хотят ужесточить требования к охотникам. Поправки к закону разрабатывают сразу несколько ведомств. Министерство природы, здравоохранения, юстиции, МВД и Росгвардия. Там предлагают усложнить процесс получения охотничьего билета. Потому что сейчас получить оружие может, по сути, кто угодно. Единственное требование, которое существует, это быть совершеннолетним, не иметь непогашенной или не снятой судимости, а также ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Теперь же, чтобы получить охотничий билет кандидатам, нужно будет пройти обучение по основам биологии диких животных, правилам охоты, а также технике безопасности. Кроме того, претенденты должны иметь справку о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием, например, психических заболеваний и болезней глаз. К слову, по данным Министерства природы, с 2014 по 2019 год ежегодно выявляют по 50 тысяч нарушений. А количество несчастных случаев на охоте с 2015 года не опускается ниже 40 в год. Красноярск не попал в зону повышенного уровня загрязнения воздуха. Это данные Российской экологической партии «Зеленые» за 12-18 июля. Наш город расположился на 21-й строчке с загрязнением в 7 микрограмм на кубический метр. Всего же в оранжевую зону вошли 8 городов. Самым грязным стал Краснодар, затем идет Канск и следом Москва. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 19 по 22 июля оказались Центральный и Ленинский, а самыми чистыми стали Октябрьский и Советский районы. На этом все. Вы смотрели «Эко-новости». На ТВК увидимся. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на ТВК во всех социальных сетях.